«Наш дом начинается с нашего двора», уверены инициативные жители западных ворот столицы. Благодаря их усилиям придомовая территория жилого комплекса стала ухоженной и уютной. А в этом году двор вошел в четверку самых красивых в округе. Получил эту высокую оценку за победу в муниципальном этапе конкурса «Мой двор – моя гордость». Я считаю, что наш двор самый красивый, самый уютный, зеленый. Летом у нас очень красиво, везде цветы, розы. Но все это сделано нашими руками. Все началось 3 года назад, когда Тамара решила преобразить небольшой участок возле своего подъезда. Ее примеру последовали и другие жильцы. Да так активно, что теперь каждый подъезд этого дома имеет красивую, прилегающую территорию. Каждый подъезд индивидуален. Наверное, отражает какой-то характер человека, который ухаживает за этим подъездом, территорией около подъезда, да, и какой-то определенной концепции не было. То есть они настолько разные, да, и в то же время едины, например, если просмотреть количество роз в нашем дворе, да, то это приятно радует. Особенно летом. Розы пышут ярким цветом и благоухают. Одна клумба краше другой. И вся эта красота – результат совместного труда жителей 10 подъездов. Средства на благоустройство тоже собирали все вместе. В итоге стали лучшими в номинации «Всем миром». Я, конечно, подавала заявку, когда я понимала, что будет много претендентов, много прекрасных, красивых дворов в Одинцовском районе. И то, что мы выиграли, было неожиданностью. Конечно, была радость, да, и, соответственно, в сказки не верим, но надеемся на чудо, да, как вы сейчас сказали. Собственно, если победа будет и в дальнейшем, то это нашему двору очень пригодится. На дальнейшую победу в региональном этапе конкурса рассчитывает и двор по улице Говорова, 50. Победитель в номинации «Цветочная поляна». Этот оригинальный дизайн, креативные решения и яркий орнамент – задумка жительницы дома Людмилы Швыревой. Ее идею одобрили и другие жильцы. И вот уже 2 года они коллективно высаживают цветы, преображают скамейки и урны возле своего подъезда. Были участники у нас в этом году из прошлого года и те, которые соседи участников, то есть посмотрели и решили тоже поучаствовать в этом году. Поэтому надеемся, что в следующем году у нас заявок будет намного больше, мы перекроем все номинации и будем представлять свой округ в регионе в лучшем, как всегда, свете. А это вне всяких сомнений. С такими активными и творческими жителями дворы нашего округа обязательно составят высокую конкуренцию. Влада Шишова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».